Светлый праздник Воскресения Христова. Без пасхальных куличей никто не останется. Запорожские хлебопеки предоставили для детей, проходящих лечение в областной больнице, свои сладкие подарки. Сейчас в областной детской больнице из 450 коек заняты 398. И без традиционного угощения маленькие пациенты не останутся. Запорожские хлебопеки уже в пятый раз угощают их пасхальными куличами, высококалорийным ритуальным продуктом. Мы понимаем, что дети находятся вне дома, дети в больнице, тяжелая обстановка, состояние здоровья не очень. То есть мы пытаемся как-то поддержать детей, сделать для них какую-то маленькую приятную вещь. И мы каждый год в воскресенье на завтрак каждому ребенку даем пасхи, которые нам предоставляет любезно эта компания, за что ей огромное спасибо. Понятно, что даже самая лучшая больница не дом родной. Тем не менее, рассчитывают, пасхальные куличи помогут детям не только встретить праздник как положено, но и ускорят процесс выздоровления.